Наша лаборатория с ноября 2016 года предоставляет сервисы по оценке качества обработки ваших семян. Мы проводим ряд испытаний, например, определяем точное количество действующего вещества на семенах, также проводим тест на пыльность, определяем, насколько однородно нанесено покрытие на семена, и также проводим тест на истирание. То есть мы определяем, насколько хорошо продукт закреплен на семенах. Также мы проводим ряд других испытаний, например, определяем текучесть семян, также массу тысячи и так далее. Для этого наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием, а также собственными аттестованными методиками в Российской Федерации. Сейчас предлагаю рассмотреть анализ на определение действующего вещества на семенах. Для этого предлагаю подойти к вытяжному шкафу номер один. Здесь у нас происходит процесс фильтрации с помощью шейкера и ультразвуковой бани. С помощью экстракции мы смываем нанесенный продукт семян. В совокупности этот процесс занимает около часа. После того, как процесс экстракции завершается, мы переходим к следующему этапу – это этап фильтрации семян. В вытяжном шкафе номер два происходит процесс фильтрации. Это необходимо для того, чтобы отделить полученный экстракт от различных примесей и также отделить его от самих семян. Далее полученный уже отфильтрованный экстракт мы используем для хроматографического определения. То есть в таком виде в виалах полученный экстракт поступает в хроматограф для дальнейшего анализа. Наша лаборатория определяет такие действующие вещества, как темитоксам, тифотрин, флудиоксанил, мифеноксам, сидоксан и другие действующие вещества, которые входят в состав продуктов Сингенты. Данные аналитические стандарты мы также используем для достоверности предоставляемой информации. С помощью жидкостного хроматографа мы можем определить точное количество действующего вещества вне зависимости от того, сколько продуктов использовалось при обработке. На данный момент наша лаборатория в среднем делает в день около 25 образцов. В дальнейшем мы планируем увеличиться примерно в 3 раза, то есть проводить в день около 75 образцов. После того, как хроматографический анализ завершается, мы получаем информацию в виде хроматограммы. На хроматограмме видно только площади пиков и время их выхода. Каждое время выхода у нас соответствует определенному действующему веществу. В дальнейшем с помощью собственных, уникальных, аттестованных в Российской Федерации методик мы получаем информацию уже в виде процентов. А наши клиенты получают информацию либо в миллиграммах действующего вещества на семя, либо в виде процентов. Протокол с полученной информацией мы гарантированно предоставляем в течение 72 часов после того, как образцы прошли регистрацию в нашей лаборатории, либо же мы предоставляем сертификат качества по запросу. Следующее испытание, которое мы проводим в нашей лаборатории, это тест на пыльность с помощью Хойбаха. Мы можем определить точное количество пыли абсолютно в любом образце, любой культуры. Количество пыли на каждом семени строго регламентируется. Для этого нам необходимо взвесить фильтр до анализа и фильтр после анализа. И уже с помощью массы фильтра мы определяем, какое количество пыли содержится на семенах. Этот показатель очень важный. С помощью него мы определяем, какое количество продукта может удаляться вместе с пылью. Сейчас мы можем посмотреть примеры семян в боксе. В данном случае у нас семена обработаны продуктом Сингенты Vibrance Integral. В этом случае у нас семена обработаны продуктом другой компании. Сейчас мы визуально можем уже видеть разницу по окраске фильтра. С помощью Quest Pro мы определяем, насколько однородно продукт нанесен на семенах. Камера фотографирует каждое семя,
которое выводится на монитор. В дальнейшем каждая фотография каждого семени поступает в общую базу и сравнивается между собой. В дальнейшем с помощью полученных данных мы можем сравнивать различную обработку, различную рецептуру и также отслеживать настройку оборудования.